Информация в современном мире – ценнейший ресурс. В глобальном смысле слово способно даже развязать или прекратить войну. Пусть региональная журналистика таких задач на себя и не берет, но принцип этики, честности и ответственности перед читателем или зрителем един для всех. Мы говорим о печати, мы подразумеваем все источники массовой информации. Так что я думаю, что это праздник и телевидения, и электронных средств массовой информации. Вы все вместе делаете большое и нужное дело. Вы снабжаете население правдивой, проверенной, качественной информацией. Евгений Алексеевич уже говорил, что это не только печатные средства массовой информации, это и электронные СМИ, это интернет-издания, это все те, кто обеспечивает одну из основных потребностей нашего населения, потребность информации. Сегодня информационную картину региона рисуют сотрудники 35 печатных изданий, 5 телекомпаний, 20 радиостанций, более 20 информагентств и интернет-изданий. День российской печати давно расширил границы, и своим праздником его могут назвать все причастные к работе СМИ. Мы всегда говорим и поздравляем только журналистов. На самом деле, журналисты – это часть сотрудников, которые делают творческий процесс. Пользуясь случаем, хочу и вас поздравить, и операторов, и монтажеров, которые делают свою работу, и они такие бойцы невидимого фронта. «Новый век» в этом году стал самой титулованной телекомпанией. Работу операторов, режиссеров видеомонтажа, труд редактора и корреспондентов поощрили дипломами 2 степеней и благодарственными письмами губернатора. За 15 лет «Новый век» нашел своего зрителя, заработал у него авторитет, а работа телекомпании ежегодно отмечалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами. Но каждый работник прессы знает, что главная награда – это доверие аудитории. Павел Юрасов, Олег Осипов, Олег Щербаков, «Область новостей».